Жильцы более 10 домов на улице Гагарина год назад выбрали управляющую компанию «Сочи Теплоэнерго». Сразу после того, как расторгли договор с предыдущей. Теперь довольны, даже сами выходят на субботник. Почему не помочь, если заметно, как старается организация, взявшая их в свое управление? Управляющая компания вот вышла в полном, наверное, составе. Вот, и они очень хорошо работают, оперативно, быстро, качественно. Такие результаты сразу очень замечательные. Ну, в общем-то, компания действительно хорошая. Мы довольны. Тщательная уборка на детской площадке. Здесь целый городок аттракционов и, конечно же, внимание к ней особое. Также была организована уборка сухих пальмовых листьев и обрезка кустарников. Придомовая территория домов, обслуживаемых управляющей компанией МУП «Сочи Теплоэнерго», всегда должна быть ухожена. Поэтому мы, несмотря на то, что являемся работниками административными, выходим и помогаем нашим рабочим в уборке придомовой территории. И это пример того, как надо работать с жильцами многоквартирных домов. Они сами признаются, когда кругом такая чистота, хочется ее и поддерживать. Важнее ничего нету, как жители будут оценивать работу управляющей компании. Естественно, мы ради этого и стараемся, работаем, общаемся, и их пытаемся приобщать. А работа там, где жилой сектор, всегда много. И только совместными усилиями управляющей компании и самих жильцов можно добиться хороших результатов, тем более, если это заинтересованность обоюдная. Сейчас сочинцы научились приглашать к сотрудничеству тех управленцев, которым доверяют, которые работают открыто и на благо всего города. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.